Здравствуйте. Вот здесь такое фойе есть в библиотеке, где можно посидеть, почитать. Цветов вот они понасадили. Очень хороших. Вот выставка, вот такого собаку положили. И вот такая выставка. Вот это дети рисуют. Дети выставка. Ой, сейчас подальше. Дети рисуют такой. Здесь, например, Титкова Катя, 13 лет, утро рабочего дня. Утро рабочего дня. Замечательный. Это она. Курбатов Алюша, 8 лет, адмиралтейство. О, как замечательно, адмиралтейство. Теперь посмотрим, здесь кто. Гридяева Люба, 9 лет. И осень в Пушкине. Пушкине. Это вот дворец вход в Пушкине. Вот так вот, замечательный. Там вот этот детский зал. Вот для детей там диванчики, все так замечательно сделано. Здесь ночь на Неве. Вот ночь на Неве вам. Вот там свет отражается, плохо будет видно. Да. Так, а тут что у нас? Мининкова Оля, гуляние в летнем саду, вот дом. Петра нарисовала все. Так, а тут Базарян Карина, 13 лет, на канале Грибоедова. Вот это для... Здорово. Угу. А это Копейкин Кирилл, 11 лет, у Никольского собора. О, Никольский собор морской. Вот такой вот собор. Вот такие замечательные рисунки детки наши рисуют в Питере. В школе, вот которую я вам показывала, Александрина. Вот такие у них тут растения огромные. Вот такие растения. Вот. Так что вот такие замечательные розочки, похоже, здесь будут расти. И это какая-то типа пальма, что ли, вот такая. Вот, всего хорошего, до свидания, жду вас на моем канале. Пока-пока.